Вот это да, начал я Венеру снимать, а тут какой-то объект шпарит. Смотри. А, это самолет все у нас. Ну, впечатлил он меня своим появлением. Ну, вроде МКС не должно быть. Декабря 2021 год, Харьков. Венера на башенном кране. Пускай сама приближается, подождем. Ах ты мой красавец. Вот с такой скоростью и перемещается. Вращение Земли мы сейчас наблюдаем. Ладно, хорошо. Сейчас будем. Это короткие, случайные. Вот, там что-то рядом с Венерой еще. Надо будет потом посмотреть. Ну хорошо.